песни тети и дяди. Мы говорим всем вам огромный, огромный привет! А давайте представим, что я сейчас этого не слышал. Попробуем еще раз. Мамы, папы, дедушки, бабушки, тети, дяди, собаки, кошечки и все остальные. Мы говорим вам огромный привет! Ну как же здорово, ведь такое количество людей, счастливых, заряженных, самой настоящей искренней энергией для того, чтобы сегодня сделать огромный праздник. Вы знаете, я уже чувствую, что у нас такая здесь домашняя атмосфера, и хочется и к вам поближе быть. В общем, ребят, сегодня мы с вами собрались, потому что у фестиваля поколения Next есть огромное количество традиций. Сегодня мы решили сделать еще одну хорошую, добрую традицию, сделать такой вот интересный интернациональный концерт, интернациональное уникальное шоу, которое вам подарят ребята из России и Украины. И Россию сегодня будут представлять учащиеся школы-студии Республика Кис. Давайте, ребята, еще раз поаплодируем. Я думаю, что вы все хорошо знаете. Я знаю, что у нас огромное количество талантливых детей, талантливых гостей присутствует в зале. Поэтому, может быть, в следующем году именно вы будете представлять нашу родину. Поэтому, ребят, сегодня от вас тоже многое зависит. Можно хлопать, кричать, свистеть, топать, вставать на голову. В общем, делать все, чтобы вы также стали участниками сегодняшнего шоу. А Украину сегодня представят артисты, которые за последний год реально взорвали интернет. Вы знаете, как их зовут? Давайте вместе покричим название этой группы. Раз, два, три! Украина! Все верно, друзья, аплодисменты.